Привет, с вами канал Будакан Харьков, я Алексей Левадный, четвертый дан карате GKS. Сегодня мы поговорим об этом замечательном агрегате, который вы наверняка видели во многих залах, но, скорее всего, боялись подойти, потому что непонятно, как он работает. Эта штука называется макивар. Скажем так, по всеобщему поверью, это предмет, об который каратисты набивают руки. В первую очередь хочу сказать, что это не совсем так, потому что это универсальный тренажер, который позволяет нам, занимающимся карате, разобраться в том, каким образом мы наносим наши удары. Это своего рода обратная связь, которая нам позволяет откорректировать технику и улучшить, в общем-то, скоростно-силовые показатели. Не знаю, в каком году эта штука была изобретена, я думаю, что сам по себе предмет и идея инженерная, она очень-очень древняя. И в переводе с японского слово макивара переводится как столб, обернутый веревкой. То есть на самом деле дословно, если переводить маки, это оборачивать, а вара это веревка, то есть обернутая веревка. И изначально макивара, классическая макивара, она выглядит как вот веревка, которая оборачивается об столб. Значит, данный предмет имеет определенную упругость, и когда мы выполняем удары в макивару, естественно, он создает определенное сопротивление. Сегодня я покажу три, скажем так, базовых упражнения, которые используются нашими коллегами в Японии, используются постоянно и на регулярной основе. Самое простое и, наверное, самое распространенное – это удар задней рукой, так называемый реверсивный удар гиакудзуки. Для этого мы занимаем позицию дзэнкудзудач, обычно переносим вес на переднюю ногу, заряжаем руку в положение хиките, вот это тренировочное положение, раскручиваем корпус и вот в ротации корпуса, перенеся вес на переднюю ногу, мы выполняем в легкой форме удар гиакудзуки и заряжаем руку опять. Когда мы только начинаем практиковать тренировки с макиварами, удары должны быть не сильные, они должны идти по правильной траектории. И важно, чтобы ваши руки двигались по прямой линии. Вот эта вот часть, вот эта костяшка, она должна целиться примерно по середине макивара. Тогда, когда уже у вас есть определенный опыт, то можно добавить больше ротации, больше силы, сильнее разгонять руку и вкладываться сильнее в этот удар. Но здесь важно, что когда макивара пружинит обратно, мы используем эту же силу для того, чтобы понять, как забрать руку правильно, по правильной траектории. Смотрите. Я повторюсь, что когда мы бьем по макиваре, особенно на начальных этапах, очень важно попадать посередине, вот, и целиться вот этой вот частью кулака, сейкен. Покажу еще раз. Тогда усилие, которое мы распределяем от задней ноги через центр тяжести вперед, четко ложится вот в макивар. И правильным показателем в данной ситуации будет то, как вы чувствуете, вот ощущаете вашу заднюю ногу. Если все в порядке, то вы четко поймете, что задняя нога упирается в пол от бьющей руки. Вот. Когда мы начинаем практиковать уже на более продвинутом уровне, мы переносим центр тяжести вперед и используем макивару, отдачу для того, чтобы забрать руку назад. Полностью выкидываем импульс вперед и забираем назад. Рука летит расслабленная, мы ее выкидываем как камень. И точно так же, как плеть, расслабленная возвращается на место. При этом мы отрабатываем сильный взрывной удар, проникающую силу. И вот приобретаем как раз тот удар карате, о котором многие говорят. И, наверное, который не очень часто практикуют в спортивном спарринге. Следующее упражнение, которое к
хочется отметить, выделить из среди других, это комбинация урокензуки и кагицуки. Урокен — это удар тыльной стороной, вот мы и закаляем в том числе эту поверхность. И удар кагицуки, который происходит фактически точно так же, как и стандартный цуки, но мы перераспределяем усилия в сторону за счет подъема локтя. Вот. И получается достаточно мощное движение, проникающее внутрь. Чем интересна эта комбинация? Мы хорошо прорабатываем ротацию бедра. То есть, начиная от урокен, мы делаем кагицки. Урокен как бы делаем вскользь, забираем, и за ним продолжается движение бедрами. Я предпочитаю дополнительно заряжать бедра перед ударом урокен, так как мы это делаем в ката хэян сандан. Вот. И продолжая динамику, которую я уже запускаю при помощи удара урокен, выполнять кагицки. Приготовились, пробуем. Эч! Не! Сан! Си! Го! Смотрите, чем больше я практикую, тем быстрее и стремительнее получаются удары. И потом вот эта ротация бедрами здорово используется в технике кумите. Точно так же, как и в ката. Ударные поверхности. Здесь тыльная сторона кулака. Я советую не разворачивать кулак вот таким вот образом, а стараться ударить полностью этой частью. Но на первых порах вам однозначно будет неприятно, поэтому делайте удар легко, сильно не напрягая кулак, и вкладывайте кагицки. Сосредоточьтесь на том, как вы запускаете удары бедрами. Раз, два. Раз, два. Ос. И третий вариант, который можно использовать, если у вас есть этот агрегат, это удар эмпюк. Удар, который мало используется, ну вообще не используется в современном спортивном карате, но мы его используем вот непосредственно в ката, вот в таком исполнении. И это достаточно мощный инструмент, если мы говорим о самообороне, потому что удары локтями, они являются базовыми во многих системах самообороны, таких как кравмага, например, или пинчак-силат, любая система. Любые единоборства. Вот, что важно, здесь мы упираемся рукой в кулак и опять-таки, включая бедро, разворачиваем локоть и пытаемся ударить вот этой вот частью. Угу. Можно ударить мягкой тканью, вот, но это будет не так эффективно, как удар локтем. Пробуем. Очень важно, что при работе с данным снарядом нужно учитывать в первую очередь возраст занимающегося. То есть считается, что к макивари допускаются юноши и девушки, которые уже достигли 25 лет, то есть когда закончена активная фаза роста, чтобы не было проблем с суставами. Потом, что важно, когда вы бьете по макивари, как бы вам ни казалось, что удар сильный, не пытайтесь включать силу. То есть для силы у нас есть боксерский мешок. Это как раз вот тот инструмент, который вырабатывает силу, вырабатывает, ну, включение всех дополнительных мышц, которые участвуют в ударе. Что касается этого агрегата, он исключительно существует для правильной техники. Вы должны понять, что в карате правильная техника и сильный удар – это тождественные вещи. И если мы с вами научились правильно пользоваться нашим телом, никто не говорит, что оно должно быть слабым, но нашим сильным телом, то усилия, которые мы прилагаем для хорошего удара, они должны быть минимальные. И те усилия, которые мы используем в поединке, в идеале, они должны быть минимальные для того, чтобы мы с вами не затрачивали больше сил, нежели требуется. Пробуйте, ставьте макивары. Приходите после карантина к нам, мы покажем вам, как работать с макиварой, как работать ногами, как делать другие возможные упражнения.
которые вам наверняка понравятся и которые помогут вам чувствовать себя увереннее на улице. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, жмите колокольчик. Будет еще много интересного, не пропустите.